Так, Гарри, просто джимуй, как тебе захочется, ладно? Да, это как раз то, что нужно. Может быть, попробовать с басом? Включи для него бас, детка. Кажется, ты нашел то, что искал. Гарри, я оплачу сегодня в полном объеме. Мы еще поработаем, друг. Привет, Гарри. Джамал. Я ведь искал вокалиста. Что скажешь? Да ты просто грязный говнюк. Ты себя слышал? Твоя мелодия и моя аранжировка. Вышло прекрасно. Да. Мне тоже понравилось. А что у вас тут происходит? Слушай, мам, пока ты ничего не сказала... Поставь еще раз. Только через колонки, громко. Включай. Послушай. Вот оно, Джамал. Погоди, погоди, у меня есть новости. Что бы там ни делали, Дюбуа, независимо от их махинаций, Снуп собирается инвестировать в Инферно, если Джамал примет участие. Это просто отлично. Сразу на двух альбомах. И мы с тобой будем выступать на сцене в Вегасе. Инферно, когда Куки встретила Люциуса. Нет, Джулиан, она на это не согласится.